Еще 45 детей-сирот в Хабаровске получат новое жилье до конца года. Дом уже построили, подключили к инженерным коммуникациям. Осталось оформить документы. В этом году впервые квартиры им предоставляли по сертификатам. Новый механизм позволил обеспечить жильем более 200 детей-сирот. Подробности в репортаже Анастасии Приветской. Десятиэтажный панельный дом – уже пятая новостройка в жилищном комплексе «Березки» в Хабаровске. Его построили за 10 месяцев. Из 180 квартир в высотке 45 получат дети-сироты. Строили дом по современным требованиям – широкие коридоры, просторные лифты и общие балконы в подъездах на случай пожара. Самое главное, отмечает застройщик, зимой в этом панельном доме будет тепло. Фасад у нас вот навесной утепленный, у нас утеплитель 18 сантиметров толщиной. То есть дома вообще теплые. Все квартиры уже с ремонтом. Заезжай и живи. Розетки, счетчики, всю сантехнику, электрическую плиту установили строители. Свои законные 33 квадратных метра дети-сироты купили на сертификаты, которые выдало им краевое правительство. Новый инструмент в Хабаровском крае пробуют впервые. Сертификат гарантирует, что деньги будут потрачены исключительно на жилье, и сирота не останется бездомным. В этом году таким образом квартиры получат 255 человек. Вопрос многие годы не решался, но мы каждый год теперь увеличиваем количество средств и сокращаем очередь. План у нас утвержден, дорожная карта. Повторяю, мы используем теперь дополнительные инструменты. И дело сдвинулось с мертвой точки, можно сказать, однозначно. В Хабаровском крае в этом году для детей-сирот достроят еще один новый дом в селе Лермонтовка Бикинского района. Новоселье отметят 30 человек. А в следующем году завершится строительство еще нескольких домов в поселке Хурба и в Хабаровске. Анастасия Приветская, Вячеслав Гирич, телеканал «Губерния».